уже проснулся и пошел работать. Анна, это ванна. Это наш номерочек, здесь спит Колян, здесь плюю я, там Атлантический океан, вон там верблюди где-то ходят, кайфицы. Читали ли вы сегодня газету? Президент нынче, говорят, Трамп. У нас миссия, напугай верблюда, начнут нападать на нас, беги. Я думаю, это просто куча чего-то. Здорово! Заметка номер один. Верблюды не боятся. Третий верблюд на очереди. Стоячий. Зверь будет накормлен. Может, он перед боем себя разминает так? Понял, ты боевой. Или сколько километров в час он бегает? Вот здесь мы живем. И отсюда мы выдвигаемся по разным спотам Марокко. И это очень круто. Прикольно. Да, а что, не любят они, да? Главное, женщин не снимай. Идем брать новые доски. Будем серфить сегодня. Новые, но проверенные в бою. Я хочу фиш. Давай возьмем с GoPro 6.4. Нормик, я думаю. Мне для GoPro еще надо крепежку. И она как раз есть. Да? Маневренная, она очень легко разгребаться. Сифр-сифр, вахрат-вахрат. Серфборд-серфборд. Давайте музыку включим, а? Чтобы Колян не слышал. Приехали на спот Анза спот. На курорте в Африке. Катка удалась. То есть не удалась пока. Уходим на другой спотик. Что это у нас? Маленький сосо. Ох, Леха, держись! Ну там мы катаемся. Здесь хаваем. Эй, блогеры! But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks. Go to show you never can tell.
А его можешь снимать? Нет, лучше не надо. Окей. Мы в любом случае даже не ему что-то будем дать. Бананчик. Это Рита. А тут нет пивка?